День рождения 3 марта, какой знак зодиака, характер детей и взрослых, имена. Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно, получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 3 марта, значение дня рождения. Люди с прекрасным характером, наделенные смелостью, решительностью и силой воли, но в то же время очень добрые и дружелюбные являются миру в этот день. Они никогда не поддаются панике, в любых ситуациях действуют уверенно и результативно. Вы наверняка обладаете прекрасно развитой интуицией и проницательностью, если также отмечаете именины 3 марта, знак зодиака у вас. Рыбы, вы умеете оценивать ситуацию в глобальном масштабе, но также внимательны к мелочам. Благодаря этой способности, вам удается практически не допускать ошибок и всегда делать верные выводы. Таким особам удается практически молниеносно принимать решения, а потом неукоснительно следовать своему выбору, они никогда ни в чем не сомневаются. Всегда знать, что им нужно, и видеть пути, благодаря которым этого можно достичь, помогает знак зодиака людей, рожденных 3 марта. Хотя им свойственна мечтательность и любовь к рассуждениям о высоких материях, они умеют ставить себе конкретные цели, призванные обеспечить их жизненную стабильность и благополучие. Чаще всего рожденные 3 марта стараются до определенного момента не посвящать никого в свои грандиозные планы, сначала они подготавливают плацдарм, позволяющий им быть уверенными в их успешной реализации. Но и добившись желаемого, они не ждут восхищенных откликов, они сами знают себе цену. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 3 марта, влияние знака рыбы огромное, внимание к подготовительному этапу, тщательное обдумывание каждого своего шага, а также возможных последствий, это главные черты, которые отличают персон, рожденных 3 марта, знак зодиака делает из них одновременно безукоризненных стратегов и тактиков, они неизменно готовы к любого рода неожиданностям. Работу и хобби они выбирают исключительно себе по душе и потом всецело отдаются любимому делу, оно отнимает все их время и силы, но зато приносит массу удовольствия. Это неугомонные трудяги, которые приходят на работу и выходные, и праздники, уделяя ей даже чрезмерное внимание. Но при этом они делают это не в ущерб личному счастью, прекрасно балансируя между карьерным ростом и созданием семейного благополучия. Такие особо ощущают потребность в полноценном отдыхе в уединенной обстановке. К сожалению, нередко у рыб, которые родились 3 марта, возникают трудности в поиске взаимопонимания с близкими, но с возрастом они набираются житейской мудрости и все налаживается. В связи с этим им не стоит рано вступать в брак, иначе он будет недолговечным. Секрет их финансового благополучия заключается в умении грамотно распоряжаться заработанными деньгами. 3 марта родилась актриса Миранда Ричардсон. 3 марта 1958 года появилась на свет британская киноактриса Миранда Джейн Ричардсон. С раннего детства Миранда мечтала стать ветеринаром, но в силу брезгливости не смогла осуществить свою мечту. Так как ее артистизм был введен невооруженным глазом, то с выбором профессии трудностей не возникло. Признание пришло к ней после участия в юмористическом многосерийном фильме «Черная гадюка», где ей довелось играть саму королеву Британского престола. Но всемирно известный Ричардсон сделала одна из частей Патрианы. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?